всех зрителей канала Fashion TV. С вами Виджей Катя Гусева. Вы смотрите продолжение второго дня Mercedes-Benz Fashion Week. Самые яркие дизайнеры будут сегодня в наших дневниках на канале Fashion TV. Далакян Юля, дизайнер наш, один из любимых. Скажи, пожалуйста, что ожидаешь сегодня увидеть на подиуме? Ну, как всегда, красоту, элегантность. Я уже подглядел за кулисы в виде Инстаграма, увидел какие-то перья, значит, ну, ожидаю роскошь. Поскольку я много лет поклонник Юли Далакян, я всегда ожидаю чего-нибудь нового, необычного. И всегда я с показа ухожу с какой-нибудь добычей, потому что я прям четко вижу, что мое, и четко сразу же бронирую. Это вот тоже, это прошлая коллекция прошлого года Юли Далакян. Ну, Юля всегда коллекция мне очень нравится, я постоянная клиентка, и мне кажется, прям это лучший дизайнер у нас в России, на мой счет, на мой взгляд. Как всегда, что-то такое, зачем после показа сразу выстраивается очередь, и если ты не успеешь сделать первым звонок, то эта вещь обязательно уйдет. И именно так выбираем гардероб для любимой жены, и пока получается, надеюсь, что сегодня увидим, ну, минимум 50% того, что захочется сразу собрать. Я всегда знаю, что Далакян нас удивляет своей элегантностью, своим таким лаконичным таким стилем. То, что я люблю. Она удивляет нас всегда классикой. Только что прошел твой феерично показ, и, конечно, это настоящая осень-зима в тенденциях 2017 и 2018 года. Расскажи, что вдохновило? Ну, это такой немножко киношный образ женщины-шпионки. Почему есть агент 007 мужчина, а нет такой же женщины? Ну, вот она у меня вот родилась как идея просто, поэтому она во всеоружии, она модная, она стильная, и в то же время она и коммуникабельная, и гламурная, и настроенная на войну одновременно, всегда все в ней. Ты знаешь, я заметила, что ты очень любишь шоколадные оттенки. Ну, не всегда, но достаточно часто, потому что вообще темные оттенки мне нравятся, и от черного до бордового, и коричневого, конечно, там тоже присутствует. Юля, оставайся такой же теплой, искренней, настоящим другом, потому что ты потрясающий дизайнер, талантливая, креативная, делаешь женственные вещи, но... Еще очень важный твой талант, то, что ты настоящий друг и очень теплый человек. Будь такой всегда. Любви, весны и всего самого прекрасного и невесомого. Юлечка, я хочу, чтобы лет через 100 мы встретились здесь, в Манеже, и посмотрели твою новую коллекцию. Честно говорю, нам всем жить еще и жить лет под 300. Скажите, что ожидаете от показа Беллы Потемкиной? Ну, как всегда, женственности, легкости, такой очаровательной сексуальности. Мне кажется, что Белла вот так умеет, знаете, вот правильно вот помочь женщине раскрыться изнутри. Потому что все-таки, конечно, от внешнего внутренняя уверенность тоже появляется. Как всегда, ожидаю некую феерию, потому что Белла из года в год любит нас удивлять. Во-первых, тем, что у нее всегда очень ярко, интересно. И б, то, что огромное количество селебрити, публичных людей приходит посмотреть, поучаствовать. Это тоже ее огромный плюс. Потому что она очень любит хорошо дружить. Она достаточно щедрый человек. Она всегда одаривает нас всех подарками, всегда зовет себя в гости, в свои салоны красоты. И она всегда контактирует с публичными людьми. Это вдвойне приятно. Я вижу, что нам дали такие пригласительные в виде меховых штучек из экологического меха, разноцветные. Поэтому, так как эти меха разного цвета, хочется, я так думаю, что они будут задействованы в фэшн-шоу и будет что-то очень фееричное. Сегодня мы представляем коллекцию Беллы Потемкина «Осень-зима 2017-18». Это то, что будут носить модницы российские и не только
осенью и зимой, которые вот наступят после лета. Белла, я, конечно, не могу не заметить, вы изменили имидж. Вы очень красиво выглядите, просто настоящая российская Sailor Moon. Что вас вдохновило на создание таких красивых, роскошных розовых волос и, конечно же, сумасшедшего красивого комбинезона? Спасибо большое, Катенька. Да, очень много поклонников бренда заметили мой потрясающий цвет волос. Это вот я настолько погрузилась в коллекцию, прониклась основными цветами коллекции. Основной цвет коллекции – это фуксия, розовый. Сочетается он еще с фиолетовым, с черным, белым, с блестками, но все-таки основной фуксия. Именно им я вдохновилась и считаю, что это грядущий такой тренд, очень классный и очень подходящий многим модницам. Поэтому я в честь коллекции сделала такое потрясающее окрашивание. И хочу добавить, что это очень сложная технология. Мы сделали это в нашем салоне Беллы Потемкина Beauty, тем самым показав наш профессионализм и что мы можем делать такие смелые окрашивания. Сейчас это очень в тренде, фиолетовые, розовые волосы. Это огромный труд, просто 3 месяца мы создавали это, не спали ночей, очень многие производства, отделы, разного рода цеха. И сейчас я понимаю, что мы это сделали, команда слаженная, все молодцы, и потрясающе просто Dream Team в Белла Потемкина. Подошел к концу второй день. Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week. Яркие показы и самые лучшие российские дизайнеры. И все это вы можете увидеть в дневниках на канале Fashion TV. С вами была я, Виджей Катя Гусева. Оставайтесь на фэшне. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. И это взаимно. We love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV.